На этой неделе в Кабмине наконец-то начали объяснять, почему украинским пенсионерам так по-разному повысили выплаты. На каком основании одни получили больше 1000 гривен, а другие всего сотню, хотя стаж и у тех, и у других одинаково солидный. Разъяснение появилось со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики. Опубликовали даже формулу. Объяснение чиновников состоит из двух пунктов. Во-первых, перерасчет пенсии на основе актуальной средней зарплаты не проводился уже 10 лет. И чем дольше человек на пенсии, тем больше у него получалась доплата. Второй момент. Чем больше была зарплата, пока человек работал, тем больше он получает при перерасчете. Поэтому, например, шахтеры или работники вредных производств могут похвастаться особенно заметной прибавкой. Появилась и детальная статистика по самим выплатам. Всего повышение пенсии коснулось больше 10 миллионов человек. Но вот половине этих пенсионеров досталась очень скромная прибавка – до 200 гривен. Доплату до 500 получили 2 миллиона украинцев. Надбавка до 1000 у чуть более миллиона человек. А вот больше 1000 гривен приплюсовали только 2 миллионам наших пенсионеров. Еще 1,5 миллиона человек повышение выплат вообще не затронуло. Ну что ж, похоже, люди рассчитывали все-таки на большее.